Здорово, ребятки, с вами Bad Science, и сегодня мы проверим, сохранит ли яйца от взрыва замороженный Mountain Dew. О-о-о, это будет интересно. Погнали! О да! Главное, чтобы эта хрень сейчас не развалилась. Твою мать, а как тебя вытащить, а? Ладно, я думаю, стоит немного подождать, когда она чуть оттает и сама вылезет из формы. О, красота! А! О! Ну что ж, дамы и господа, давайте-ка протестируем, как выдержит натиск огромной петарды ледяной пирог из Mountain Dew. Вот полуубитое яйцо. Да. Вот еще одно убитое к херам яйцо. Но вот одно уцелевшее яйцо. А на этом данный выпуск закончится. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся подобные выпуски с проверкой на прочность всякой херни, обязательно напишите об этом внизу в комментариях под данным видео. Самые интересные идеи мы рассмотрим и повторим в наших выпусках Bad Science. Также не забудьте поставить пальчик вверх для поддержки и поделиться данным видео с друзьями. Ну а что, на этом все. Я думаю, пора заканчивать. С вами была проверка на прочность от Bad Science. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поставили лайки и написали свой положительный отзыв о данном шоу. В следующий раз запустим корову в космос. Всем пока!